кто тут такой маленький? Пап, ну что такое? Открывай, открывай. Брюк, скорее ставь лайк, если у тебя есть младший брат или сестра. А мне папа новую игру скачали. Модель цепи питания, о которой не говорилось и в учебнике. Все, все, хорошо. Ура, наконец-то Павлика привезли. Я так соскучился. Это кто тут такой маленький? Так, с ребенком не сюсюкаемся, а нормально разговариваем. Ну ладно, я гулять. Да и мне пора по делам. Так, стоять. Вы же так радовались, что Павлика привезли. Ну да. А я вообще очень рад. Ну и отлично, держите ребенка. А у меня сегодня стрижка и маникюр. Ну все, всем пока. Погоди, так нечестно. Ой, простите, простите, я совсем забыла. Вот, вы же настоящие блейдеры? Конечно! И вы мечтали о новой линейке Infinity Nada. Эпик Лончер, а вот еще и Арена. Это вам, кстати, подарок на Новый год от меня. Вау! Жалко, конечно, что пришлось подарить раньше. Вау, его можно даже потрогать. Папа, Эпик Лончер? Это новое представление о пусковых установках и волчках. Но только пока их не открывать. Вот понянчитесь вместо меня, тогда разрешу их распаковать. Ладно, ладно, езжай. Пап, ну что, откроем? Открывай, открывай. Эпик Лончер Стартер. Лайтнинг Леопард. Блейзинг Бер. Фьюри Дрэгон. Эпик Лончер Стандарт. Блейзинг Бер. Фьюри Дрэгон. Малыш уснул. Может, устроим эпичный Blade Battle на мечах Infinity Nada? Давай! Я выбираю Blazing Bear. А я Fury Dragon. Заряжаем! Разгоняем волчки. Нагло! Они еще и светятся! Ты думаешь, я сдался? Давай следующий батл. Вы чего раскричались? Малыша разбудили. Кажется, Рома, пора менять подгузник. Что ты на меня смотришь? Я не буду, я и не умею. Так, я подзабыл, как это делать. Врать вы не умеете. Давайте так. Кто проигрывает в батле, выполняет задание. Кормит малыша, меняет пеленки, играет, гуляет, убаюкивает. Вот и отлично! Папа только что проиграл. Его очередь нянчится. Ладно, сейчас все будет. Готово! Кто проиграет в следующем батле, готовит еду и кормит малыша. По рукам! Берем устрашающие пусковые установки Epic Launcher Starter. Надо! Давай, давай! Слушай, мы победим! Я в тебя верю! Ну, наконец-то я выиграл! Бегу, бегу! Где соска? Я, как победитель прошлого батла, выбираю новый блейд. Надо! Быстрее, сильнее!
волчок самый ловкий. О, я победил! Да что такое с ним? Помыли, покормили, спать уложили, а он все плачет. А может песенку ему спеть? Хелпик, давай выручай, ты будешь петь, а я качать. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок. Ну, наконец-то уснул. Может, еще забатлимся? А давай, кто проиграет, тот идет гулять с малышом 2 часа. И снова победа! Эх. Так идти никуда не хочется. Не-не, так не пойдет. Проиграл, так проиграл. Кажется, мама пришла. Прячем. Фух, успела. Надеюсь, вы тут не сильно устали? Да мы без задних ног уже. Все с малышом, все с малышом. Бедненькие. Давайте я пойду с ним погуляю, а вы пока поспите.